друзья, по улице Горького, 9А, в городе Алушта, построено великолепное здание, и называется оно «Статус Хаус». Здесь продаются квартиры. Великолепное место с качественным жильем. Сейчас мы сделаем такую обзорную экскурсию по этому зданию. И я поснимаю с высоты 16 этажей виды нашего города. Хочу сказать, что с вами канал «Дневник коренного крымчанина». Все, друзья, идем, посмотрим. Друзья, и сейчас я поднялся на 16 этаж этого огромного 16-этажного дома «Статус Хаус». Хочу напомнить, что здесь квартиры еще продаются. Это очень высокий дом. Самый высокий в городе Алушта. И мы сейчас смотрим на набережную. Давайте, друзья, посмотрим. Это практически с высоты птичьего полета наше колесо обозрения и акватория нашего города. Здесь открывается шикарный вид на город, на море и на горы. Вот Алушта как на ладони отсюда. Наша. Как на ладони. Вот на этой горке находится очень много гостевых домов частного сектора, и все это под сдачу. А это вид на улицу Октябрьскую. Лет СССР и Чатырдак. И внизу вот здесь гостиница «Москва». Да, друзья, город на ладони. И посмотрите, какое сегодня удивительное небо. На календаре уже 12 марта. Друзья, а вот отсюда открывается шикарный вид на горы. И вот эта гора Бабуган. И хочу вам сказать, что в этом доме «Статус Хаус» продаются квартиры. Есть еще свободные помещения. Это берег моря. Буквально в 200-метровой зоне. Все, друзья, идем дальше. Ну, это великолепие нашего города. Вот, друзья, сейчас я захожу на 15 этаже пентхаус. Это вот такое вот огромное помещение, где делается свободная планировка. Здесь можно поставить и 20 комнат, и одну большую. Вот смотрите, друзья, это сейчас идут здесь ремонтные работы. Друзья, вот сейчас мы заходим в квартиру свободные планировки, и менеджер нам расскажет. Двухкомнатная квартира площадью 72 квадратных метра. Свободная планировочка. Санузел с окном. Совмещенный в данном варианте. Выполнена распайка. Топ приборы сантехнические. Высота потолков 3 метра. А все экопластом сделано. Трубы. Да, это надежность высокая. Два больших балкона в квартире. С каждой комнаты в дальнейшем возможен выход на балкон. Выполнена стяжка, черновая штукатурка стен. Это вот так будет сдаваться это жилье? В таком виде создается жилье, ну плюс дополнительно будут установлены радиаторы отопления.
Все счетчики, все установлено. Водяные, электрические теплосчетчики. Ну, друзья, такое помещение. Ну, практически что-то останется. Натяжные потолки, по желанию, или гипсокартон. И обои, или паркет, или что-то еще, да, линолеум, наверное, уже по желанию. Вот и есть. Шикарный вид с квартиры открывается, как я уже говорил, на всю наше побережье. Шикарный вид. Это... Вот, друзья, мы сейчас заходим, уже готовая квартира, где проживают люди. Мне любезно предоставили возможность здесь снять. Вот здесь кухня, встраиваемый холодильничек. Кухня в таком стиле хай-тековском. Вид на балкон, откуда открывается вид. Вот здесь на парк открывается вид. И вот с этой стороны тоже балкон, открывается вид на бассейн. Там он внизу находится. Если посмотреть... Кровать, зона отдыха. Это все сделано красиво, с любовью. И самое главное, вот шкафы здесь встроены. И санузел. Сейчас я свет включу. Вот такое все сделано. Вот такие вот квартиры. Друзья, и внизу этого великолепного здания находится паркинг. Сейчас мы пройдем и посмотрим. А на сколько машин? Примерно как на квартиры, да? Нет, 22 машины. А, на 22 машины. Вот здесь есть паркоместо. И как бы говорили такие злые языки, говорили, что здесь подтапливается, но строителями во время нулевого цикла была проведена дренажная работа, то есть паркинг полностью сухой, кто бы что ни говорил. Вот смотрите, друзья, это без обмана. Сейчас вот весна у нас, хотя река относительно бурная, наша Алуштинская, но дренаж справляется. Вот смотрите, все сухое. Это очень удобно. И хочу сказать еще, что сразу с паркинга здесь есть лифт. Можно подняться сразу на этажи, не выходя на улицу. Все, друзья, идем дальше. Друзья, и с тыльной стороны этого здания, этих великолепных апартаментов, находится бассейн. Ну, в летний период здесь, наверное, ставят шезлонги, да? Да, конечно, зонтики, шезлонги. Зонтики, шезлонги, и можно спокойно отдыхать. Вот эти 16 этажей сверху. Давайте посмотрим. Парковая зона. Великолепно. Так, и сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим по первому этажу. По первому этажу здесь построили такие бутики и будут сдаваться в аренду. Или можно выкупить, или в аренду, и будут сделаны будут магазины. Сейчас посмотрим, друзья. Друзья, и вот как я сказал, по первому этажу сделаны такие помещения и будут сдаваться в аренду под магазины или, может, под офисы. Номер телефона сейчас я вам покажу. Идемте дальше, друзья, и посмотрим сейчас дальше. Посмотрите, какая отделка, какой освещение приятное. И ресепшн. И логотип этого здания. Статус хаус. Хочу напомнить, что здесь еще есть квартиры на продажу.
сегодня сделал. Хочу сказать, что я снимаю только качественное жилье. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Всем удачи и добра. И с вами был канал Дневник коренного крымчанина. Еще увидимся.